Wstał od czwartku czy od piątku, jakoś tak. Benzynie wszystko się odbywa. Na gazie nie można. Nocy było minus 15. No a teraz gdzieś minus 2 jest. Попытка номер раз. Обожаю Короллу. Пробуем запустить Мазду. После мороза 37 градусов. В данный момент 28 градусов. Давай. Попёрдывает. Залило. Не судьба. Да. Маздадрон не ожил. Бля, может свечи выключить? Так, взбодрили аккумулятор зарядкой. Выкрутили две свечи только. Еще две остались, так как колпачки. Колпачки. Не сняли. Давай, епоша. Хочет, но не может.
Заводится хорошо, но долго. О, за 2 секунды понеслась. Теперь пробуем завести. Шумшурка немножко пнула вперед аж, но завелась с первого раза. У меня машина BMW E39, 3-литровый бензин 2001 года. Ну вот и все, друзья, всем удачи, теплее одевайтесь. Все, концепт Мишленджа, блин. Пизда. Завела! Пробуем, выжимаем сцепление, крутим. Не получилось. Пробуем еще раз. Сцепление продолжает держать. Маленько разгрузится. В принципе, всю эту зиму сводился всегда с первого раза. Морозы уже неделю стоят. Тридцатничек ночью. Видно, аккумулятор маленько подсел. Все-таки ему уже 3 года. Пора менять. А так машина заводится очень хорошо. Сейчас вы видели, завелась 2-го раза. Все, спасибо, до свидания. Пристегните ремень безопасности. Как часы? 36. А, вот так. Ой, сейчас посмотрим. Все, будем запускать. Давай.
хорошо. Погоняли стартер с первого раза. Сейчас посмотрим со второго раза. Завелась, но заглохла. Сейчас третий раз. Контрольный. Не хочет. Все, запустился мотор. Включаем свет. Ага, аккумулятор горит. Ну, сейчас пусть маленько поработает, потом посмотрим. Что он 11,5 выдает? О, все, возбудился аккумулятор. Генератор замерз. Он 13,1 выдает, 13,5, 13,4. Все в норме. Мотор работает, Нива завелась. Напоминаю, минус 38 на улице. Oh!